Домра, Алые паруса, Петровский Юрий, Василинич Полина. Детская музыкальная школа номер 7, город Красноярск. Преподаватели Орленекова Елена Игоревна, Власов Геннадий Петрович. Андрей Эшпай, Ива, обработка Анатолия Трофимова, Тамары Вольской. Виктор Панин, вариации на тему романса «Очи черные», обработка Елены Орленековой, Геннадия Власова. Thank you.
Молодцы! Дорогие друзья, я с удовольствием поздравляю вас с сегодняшним днем, с сегодняшним праздником. Мне кажется, он состоялся, по крайней мере, вот наша номинация, безусловно, демонстрировала такие выступления, яркие концерты. И, конечно же, вот номинация ансамбля, она, на мой взгляд, очень благодарная номинация, когда есть пространство для творчества, есть пространство для выступления всех учеников. Да? Все-таки играть соло, ну, это сложная задача, и каждый готов к ее выполнению. А в ансамбле могут проявляться ребятишки разного уровня подготовки, и тут многое зависит от фантазии педагога. Вот очень приятно сегодня было аранжировки самих преподавателей, которые звучали на сцене. То есть это всегда ново звучит, всегда интересно. И поэтому вот можно констатировать, наверное, такой факт, что сегодняшние выступления, ну, все выступления 100%, можно считать концертными, достойными концертной эстрады, сцены. И поэтому и жюри, соответственно, выступило таким образом, что отметило всех. И каждый участник сегодняшнего конкурса получит у нас свою награду. Поэтому я еще раз вас поздравляю. Лауреат первой степени дуэт «Баян Домра» Петровский Юрий Василинич Полина, детская национальная школа номер 7, город Красноярск. Преподаватели Агинникова Елена Игоревна.